Всем привет, народ! Всех снова приветствует на канале Рулим Ливым. Сегодняшнее видео, это видео такое небольшое пояснение для зрителей моего канала, ну и для всех остальных, кто не понял, что, собственно, произошло. Дело в том, что сегодня ночью, с сегодняшнего дня, то есть 7 марта 2018 года, моя группа ВКонтакте, которая называлась «Ночной чат Рулим», переименована, группа переименована в развлекательный портал Рулем. Вот, поэтому если кто-то был, ну, кто-то состоял в нашей группе и в списке своих групп, в которые он, ну, как бы вступлен, вы не нашли ночного чата Рулем, ищите развлекательный портал Рулем, и вы попадете ко мне в группу. В связи с чем это связано и почему вообще я решил группу переименовать, я уже написал, собственно, в группе, но хочу еще пояснить и для зрителей своего канала. Дело в том, что с декабря месяца я, значит, в тестовом режиме беседу в ЛС, в личных сообщениях, создал беседу, которая называлась «Чат Рулем», и все желающие могли присоединиться к этой беседе и общаться, собственно, там. Постепенно, как всегда, в беседу набежали тролли, неадекваты и так далее, и чат превратился, ну, будем так говорить, в помойку, да. После чего я принял решение, вот недавно, буквально где-то, может быть, недели 2-3 тому назад, создать еще одну беседу ЛС. Опять же, назвал ее «Чат Рулем», а та беседа, которая была создана в декабре месяце, первая беседа, она была переименована в «Анархия Рулем». Соответственно, в «Анархии Рулем» нет правил и никаких ограничений, там могут писать все, кто что хочет, что угодно могут писать, и как угодно общаться, а в «Чате Рулем», соответственно, действуют правила, которые написаны в нашей группе. Так вот, в связи с тем, что были созданы эти две беседы, чат внутри группы, собственно, потерял свою актуальность, все перебрались в беседы и общаются в основном только там. В связи с этим чат в самой группе поднимаю крайне редко, так как нету в нем никакой актуальности. Вот. И в связи с этим группа «Ночным чатом Рулем» более называться, собственно, не может. Так как люди в основном к нам попадают в группу через поиск ВКонтакте, а делают они запрос в ночной чат и, собственно, попадают в группу. Зайдя в ночной чат, они, собственно, не находят чата и, соответственно, не подписываются на группу и не остаются в ней. Поэтому теперь название для группы «Развлекательный портал Рулем» будет, собственно, более адекватно. И те, кто будут искать развлечения через поиск ВКонтакте, они будут, собственно, попадать к нам и дальше уже будут для себя решать, остаться в группе, либо нет. Вот, это основной мой посыл с данного сегодняшнего видео. Еще небольшое вступление я сделаю. Хочу сказать, что я, опять же, об этом же написал и в группе ВКонтакте, ну, еще хочу сказать и здесь, что в последнее время сформировалась у нас опять кучка каких-то, даже не знаю, как сказать, ну, в общем, это тролли, обыкновенные тролли, вот, неадекватные личности, которые, опять же, пытаются меня как-то прессинговать, убедить меня в том, что я все делаю неправильно, группа моя ВКонтакте полный говно, канал у меня говно, снимаю я не телефон, качество у меня ужасное, звук у меня ужасный, все у меня плохо. Вот, еще раз всем хочу сказать, что как снимал, так и буду снимать, как вел свою группу ВКонтакте, так и буду вести. Все буду делать так, как считаю нужным сам. Никого слушать не собираюсь. Ни под кого прогинаться не собираюсь. Я веду свои дела так, как считаю нужным. Кому нравится то, что я делаю, тот остается со мной. Тем большое спасибо. Кого что-то не устраивает,
прошу на выход. Отписывайтесь от группы, отписывайтесь от канала и всего вам хорошего. Я надеюсь, эти люди найдут для себя хорошую, по их мнению, группу и хороший, по их мнению, канал на YouTube, где они задержатся и где, собственно, все будет хорошо. А здесь будут те люди, которым нравится то, что я делаю, и они будут со мной, и они, в принципе, остаются со мной. И таких людей, поверьте мне, очень много. И даже если вы не видите их в группе, то они есть у меня в личных сообщениях. В последнее время присылают даже донат на канал на YouTube. Поэтому все идет своим чередом, все меня все полностью устраивает. И как бы, как сказать-то, в общем, я продолжаю делать свое дело так, как я хочу. И ни под кого, в общем-то, я прогинаться не собираюсь. Так что можете долбиться и усираться там, уважаемые тролли, дальше, сколько вам влезет. Но, собственно, у вас ничего не получится. Всем спасибо за внимание. Всем еще раз огромное спасибо. Всем тем, кого устраивает то, что я делаю. И всем тем, кто остается со мной. Оставайтесь и дальше со мной. Впереди нас ждет, как всегда, много нового и интересного. До встречи в следующих видосах.